Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Бравл Старс. И сейчас мы открываем сундук и посмотрим, что нам там выпадет. Вау! Нифига себе! Нам выпала роза! Ничего себе! Редкий боец. А, где у меня розочка? Собрать боец Кольт. Ух ты, забираем. Вау! Кольт. Награда пути к славе 2. Второй боец из 10. Выстрелы из револьверов Кольта невероятно точны. Его супер крошит укрытие и преодолевает еще большую дистанцию. Хорошо. Что ж, пойдем на захват кристаллов. Выбираем розу. Да. Это боксерша-ботаник, крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Супер оплетает ее прочно и 100% веганской броней. Давай мы ее улучшим. А, не хватает очков. Ладно, хорошо. Поехали. Ух ты, какая у нас команда интересная. Ну что ж, пошли. Проверим нашу розу. Ага. Есть один. Ах ты гад. Так, возвращение через 1-2. Так, ребята, подбирайте мои кристальчики. Сейчас у меня уже... Сейчас я пойму, что кого... Как играть. Так, еще стреляю. И давай, круши. Есть, 2 кристалла я забрал. Так, третий. Сейчас заберем еще один. Хорошо. Так, у нас ближний бой у нас. Так, ждем. Так, у меня 3 кристалла. Так, сейчас подходит. Сейчас потихонечку. Мы сейчас будем вот этого бить. Давай. Вот так, разбивай его. Есть. Хорошо. Так, тихо. Сколько у нас? 11 алмазов. Отлично. Все. Ой, тихо. Отходим. Ждем. Так, сейчас я тебе помогу. Ах ты гад, смотри, что делает. Ух ты, давайте собирайте быстрее алмазы. Вот. Я что-то вообще ничего не вижу. Все, мы выиграли, отлично. Победа. Далее. Звездный жетон мы получили. Отлично. Я сейчас выберу, знаешь что? Не захват кристаллов, а столкновение. Давай парное выберем. Парное столкновение. Все команды против друг друга. Так, собираем кубики сразу. Так, берем. У нас 2. Так, 4 команды осталось. Хорошо. А, вон, смотри, враги наши. Подожди, а ты где? Друг, дружище. Где мой напарник? Куда он убежал? Сейчас посмотрим. Нет. Напарника нету здесь. Ладно. Давайте сейчас отобью. О, есть. Так, убегаем. Пускай они сейчас разбираются с... Так. Вот, давай. Куда убегаешь? Ладно, пусть убегает. А, 3 команды осталось у нас. 3 команды. Вау. Смотри, какой-то гад бежит за мной. Сейчас, подожди.
О, сейчас я тебя зафигачу. Да ё-моё, ты какой-то неубиваемый, что ли, ага. Все хорошо. Где он? Так, ждем, подожди. Давай сюда постанем. О, нифига, смотри, что творится. Три команды у нас еще. Давай, давай. Вот, есть. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Смотри, там не погибни. Отлично, мы получили второе место. Весьма неплохо. Роза. Жетоны получили. Все, так, хорошо. А теперь я хочу, знаешь, что сделать? Значит, захват кристаллов, только я хочу один поиграть. А, давай сразу выберем, знаешь, кого? Шелли нашу. Ну так, хорошо. У нас 101 кубок. И не кристаллов, а столкновение одиночное. Играть. Одиночное столкновение. Каждый сам за себя. Бравлс. Так, все, вижу. Открываем. Вот еще здесь, смотри. Вот этого сейчас. Зафигачить. 10 бойцов у нас еще. Так, есть, хорошо. Идем дальше. 6 бойцов у нас осталось. Интересно, почему я за Розу играю, если я Шелли же выбрал? Так, отбиваем быстренько. Так, этот робот идет. Сейчас мы его быстренько зафигачим. Давай, осталось чуть-чуть. Да ё-моё, давай уже добивайся. Вот, есть. Что у нас тут, кто? А, ну вон, Шелли, сейчас я её. Сейчас дойду до неё. О, есть, все. Победили. Хорошо. Я предлагаю открыть один сундучок и посмотреть, что там. А, монетки. Очки силы Нита. Очки силы Роза. Ага, сейчас мы Розу прокачаем. Вот она наша Роза. Улучшить. А, не хватает очков силы. Какие... А, вот эта сила привода, что ли? Звездная сила, отдых на природе. Находясь в кустах, Роза восстанавливает 200 очков здоровья в секунду. Роза может менять звездные силы. Ищи их в ящиках, когда боец получит 9 уровень силы. Звездная сила, ежовые рукавицы. Удары Розы наносят на 220 очков урона больше, пока действует ее супер. Роза может менять звездные силы. Так, понятно. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Пока мы ничего не открыть не можем. А, зайдем сейчас в магазин, посмотрим, подарок здесь какой-то есть. Вау, да, бесплатный ящик. Берем бесплатный ящик, забираем и открываем. Посмотрим, что в этом ящике. Монеты, очки силы Шелли. И очки силы Розы мы получили. Хорошо. Будем потихонечку прокачивать наших героев. Следи за прокачкой. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Пиши комментарии. До новых встреч. Пока-пока.